Также на прием губернатору пришел директор фестиваля «Смоленский звездопад» Алексей Столяров, поблагодарил Алексея Островского за оказанную поддержку в проведении одного из самых масштабных на Смоленщине развлекательных мероприятий. В прошлом году его посетило более 10 тысяч человек. Он рассказал, что фестиваль признан лучшим театрализованным шоу на всероссийском престижном конкурсе и вручил губернатору благодарственное письмо от организаторов премии за большой вклад в развитие событийного туризма в регионе. В свою очередь, глава региона поблагодарил организаторов фестиваля за социальную ориентированность проекта и заявил о своей готовности оказать звездопаду поддержку, выразив уверенность, что он в очередной раз подтвердит свой высокий статус и станет знаковым событием в культурной жизни не только Смоленской области, но и России в целом.